Активно решать проблему обучения во вторую смену в ближайшие годы намереваются в Щелковском районе. В рамках региональной программы образования и нескольких инвестиционных проектов в поселениях должны появиться 10 школ и пристроек к уже существующим учреждениям. Открытие нового корпуса ожидают и в школе номер 11. Перспективы строительства на встрече с руководством учреждения обсудил депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Он отметил, что школа действительно нуждается в модернизации базы. В первую очередь, это, конечно, пристройка, которая на сегодня спланирована, вошла в программу, выделены денежные средства, и в этом году будут проводиться все работы подготовительные. Если все будет нормально, надеюсь, что так и будет, то в следующем году уже здесь приступят к строительству. Также востребована в школе и модернизация материально-технического оснащения. В прошлом году депутат регионального парламента вручил сертификат учреждению на приобретение нового оборудования. В классы поступила различная техника, необходимая как в организационной работе преподавателей, так и в учебном процессе. На каждый класс и обеспечить рабочее место педагога непосредственно многофункциональным устройством, которое совмещает в себя принтер, сканер, и непосредственно печать. По словам депутата, в дальнейшем модернизация материально-технической базы районных школ на средства спецфонда будет продолжена. Александра Гранич, Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».